Сегодняшние стихи. 15 июня. День для меня знаковый. Не буду говорить почему. Я утром встал, за кофе пролистал страницы Библии, любимые цитаты. И понял вдруг, насколько я устал. О, как нечеловечески устал бессмысленно перелезать преграды. Нечеловеческая боль, и грудь горит. Вот так вдруг вспыхнет в солнечном сплетении, как будто в нее врезался болид. Комета или так, метеорит. Давным-давно когда-то, при рождении. Я понимаю, вспышек этих пусть продолжатся зигзаги подтверждением, что я живу. И признак жизни — грусть. В суставах при ходьбе какой-то хруст. Но я живу. И это достижение. 15 июня, 18-й год. Валерий Свенков.